Ежегодно на Смоленщине проходят соревнования по трофи-рейдам. Одно из них, тропой партизан, проводится недалеко от города Рославль, в районе деревни Колпеница. Вот и в этом году, с 16 по 18 августа, любители экстрима снова собрались на традиционные гонки под Рославлем. Мы находимся на стартовой полосе, которую одна за другой пересекают автомобили участников. Именно здесь начинается гонка протяженностью 8 часов. За этот промежуток времени экипажи должны найти и зафиксировать точки, количество которых для каждой категории разное. Трасса в этом году была намечена нелегкой, и любителей ожидало много грязи, песка, кустарников и, конечно же, болота. За победу в этом году приехали побороться 47 экипажей из Брянской, Тверской и Смоленской областей в категориях «Туризм», «Стандарт», «Спорт», «Экстрим» и «АТВ-квадроциклы». Как ощущения? Как вот нравится? Отлично, очень нравится. Сбрасываем все негативные эмоции в лесу, в грязи. Все отлично, очень нравится. А как семьи на это реагируют? Муж? Ездим семьями. Брат ездит в категории старше. С штурманом ездит жена брата. Поэтому как бы семья все здесь. Я ж местный, я все это знаю. Я в том году тут делал трассу практически вот на этих местах. Подобные соревнования собирают немало зрителей разного возраста. Мы очень часто и стараемся не пропускать данные мероприятия. Супруг, слесарь станции, любитель. Ну, поэтому мы всегда здесь и принимаем участие. Ну, вот не получается так, не хватает времени приготовить свои машины, чтобы непосредственно выйти на старт. Ну, ничего, зато болеем, уже есть свои, как бы, за кого болеем. Давно болеем этим внедорожными приключениями, очень интересно, у самого внедорожника. Участвуете? В этом году нет, вообще бывает. Вот нам с внуком понравилось. А тебе что здесь нравится? Ну, мне все нравится. Ну, что интересного вот именно? Ну, интересного, как буксуют, проходят и вытаскивают. Хочется туда? Ну, хочется. Мы хотели на Ниве рвануть, не на Ниве, на Оке на своей, но нас не запустили. Говорят, мало колес крутится. После прохождения трудной трассы первые места в своих категориях завоевали следующие экипажи. Категория «Экстрим» – Михаил Навнычко, Иван Белоусов, город Десногорск, Смоленская область. Категория «Спорт» – Владимир Тимошин и Александр Синьков, город Брянск. Алексей Файвер и Александр Орлов, Брянская область, город Дубровка, победили в категории «Стандарт». В категории «Туризм» лидировали Юрий и Владимир Чудиновы из города Вязьма, Смоленской области. Ну а в категории «АТВ-квадроциклы» победил экипаж из города Смоленска, братьев Сергея и Максима Трущенковых. Мы поздравляем наших десногорцев с победой и желаем им удачи!